Ребят, короче, у меня появилась небольшая такая идейка затроллить Жеку в реальной жизни. Мы возвращаемся к нашей старой рубрике «Троллинг», но сейчас она будет параллельно в Майнкрафте, параллельно в реальной жизни. Сейчас у меня 10 часов утра, я записываю ролик, еще даже немного темно на улице, и Жека спит. Мы с Жекой не спали всю ночь, потому что мы затроллили в игры, но Жека уснул вот прям недавно, где-то 2 часика назад. А я не хочу спать, хотя я на самом деле умираю, но все же я решил не спать, а построить троллинг и параллельно его затроллить. А поэтому я сейчас пойду, разбужу его. Вы, наверное, уже поняли. Как, если не поняли, то сейчас поймете. Мне кажется, это будет прикольно. Но, ребят, если вы хотите продолжение троллинга, если вы хотите, чтобы троллинг на канале выходил еще чаще, то обязательно влепите лайкусик прямо сейчас. Я обещаю то, что если соберем 15 тысяч лайков, то сразу же выйдет продолжение троллинга. Я заспаю, но... На этом как раз таки будет построена вся суть и весь сюжет моей сегодняшней карты троллинга. Поэтому пошли, ребят, короче, пошли будить Жеку. Идем будить Жеку, идем будить Жеку. Вставай, давай! Подъем! Дай, мазафака, дай, мазафака, дай! Жека, вставай, садись, короче, за ком, садись, там быстро в троллинге нужно что-то, давай! Нужно видос записать! Жек, ты понимаешь, что уже как бы 12 чем-то, мы ролики успеем выложить, давай вставай! Давай, вставай! Заходи, короче, в ком, давай, заходи! Все, я иду! Давай! Эдисон, ну чё такое? Чё ты меня разбудил? Ничего понять не давай, могу. Давай. Троллинг не ждет, Жека, троллинг не ждет. Какой троллинг? Я так же спать хочу, как и ты, но троллинг нужно записать, поэтому пошли на мою карту, давай ладно, быстро. Ладно, иду. Проходи. Ой, спаун поинт. Иди сюда! Тихо, спокойно, я говорю, не все так просто. Ты человека с утра пугаешь, меня чуть Кондратий не хватил. Короче, Жека, иди сюда, быстренько заходи. Прячься за дерево, иди сюда. Вот. Ага. Ну, в общем, Жека, троллинг. В чем заключается суть моего сегодняшнего троллинга? Тихо, спокойно, да подождите, сейчас он выйдет, сейчас вы его застрелите, подождите немного. В общем, Жека. Ты пришел на секретную базу, секретную лабораторию, где какой-то ученый разрабатывает секретное зелье, которое позволяет людям не спать неделю, две, три, четыре, понимаешь? Ой, это мне надо, кстати. Это мне надо. Также надо, потому что я уже вырубаюсь, но нам нужно добыть это зелье и понять секрет, ага. Как же не спать. Мы будем ролики записывать 24 на 7, понимаешь? 24 на 7. Ты понимаешь, ты вырубаешься, а я вырубился, а ты меня поднял. Так вообще, на самом деле... Подожди. В первую очередь троллинг, да? Троллинг не ждет. Ну, да, поэтому, не ждет, Жека, интересно. Жека, секретная база, на которую тебе нужно попасть. Я сундучки вначале посмотрю, хорошо? Ты можешь посмотреть сундучки, там возможно что-то будет, я согласен, да. А тебе много всего нужно найти. Никуда тебя не телепортируют. Не все так просто, как ты думаешь. Ай! Аккуратно! Ты понимаешь, что база охраняется. Сундук не открывается. Это проблема, да. Ну, если он не открывается, значит так и должно. Тут все запланировано. Мазафака, что хотел? Мазафакер! Я не понимаю, я тут что-то бегаю, все сундуки посырелые. А может ты направо пойдешь? Может, если у меня какая-то в сундучке что-то есть? Возможно, да, но ты спишь, поэтому ты еще нехорошенько. Нет, ты просто еще нехорошо соображаешь, ты половину не видишь всего, что происходит, понимаешь? Потому что ты только проснулся, Жек. Хорошо, так машины сесть не могу, если что. Ой, нет, танк могу, ну ладно. Не-не-не, машину не нужно никуда садиться. Ага, посмотреть, так, ага. Возможно, там что-то есть. Я кликаю в лаву, кликаю. Ай. Что-то лава не тыкается. Ну ладно, не значит. Не тыкается? Хорошо.
Так, хорошо, хорошо, В смысле? Ага, вот Тинти. Так, не ставь его никуда. Я тебе сразу дам подсказочку, то что это Тинти нужно будет поставить возле забора, чтобы сделать дырку и пробраться на секретную базу. Хорошо, где мне взять лаву? Ой, лаву. Лаву, я не знаю, где тебе лаву. Жека, мне кажется... Я смотрю на лаву, мне нравится. Мне кажется, а прикольно так записывай, когда ты ничего не понимаешь, да, когда ты всю ночь не спал. Ну ты, конечно, спал, но все же. Да, идеально, идеально. Так, хорошо, можешь уже поставить этот TNT возле заборчика. Поставим. Да. Поставим. Как его поджечь, у меня такое вопрос. Нужна зажигалка. Зажигалка. Как же его ещё? Я посмотрел там сундуки, но что-то как-то я в них ничего не нашел. Да, может что-то где-то как-то выделяется в этом лесу, странном, таком страшном лесу. Ага, в лесу что-то выделяется. Угу. Паутинка нет, листва нет, дерева нет, трава нет. Я а если хорошенько так подумать, если прям хорошенько подумать? Хорошенько подумать, то... Обрати внимание на сундуки. Сундуки. На все сундуки сразу. Как-то они отличаются друг от друга. И где они отличаются друг от друга? Не вырубайся, не вырубайся, живи! Живи, Жека, живи! Подожди, я понимаю, ну, сундуки, что в них не так? Что с ними? Посмотри на сундуки. Как они отличают? Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Вот тут, вот тут, посмотри, как какие-то сундуки отличаются друг от друга. Если в разные стороны стоят, типа вот этот стоит влево. Это, эти все сюда смотрят, этот влево смотрит. А то, правильно? Что эти все одиночные, а тут где-то есть двойной, это ничего. Ага, да? Ну я его открывал и шо. Значит, возле этого двойного есть что-то секретное, что-то возле него где-то должно быть. Да. На возвышенности где-то, возможно. Ага! Все, я нашел лук! Сложно, да, я понимаю, сложно так. И я тоже ничего не соображаю, Жека. Ну хорошо. Так, а ты додумался? Догадался? Мне нужны стрелы. Ай! Да, стрелы. Да. Так, подожди. Может быть, все-таки в машине? Нет. У меня, Жека, такое предположение. А можешь ли ты пробежаться посередине этой машины вот туда, в ту сторону? Куда? В смысле, внутри машины? Не-не-не, все, что нужно, ты уже сделал. Даже если ты не заметил. Хорошо. Ну вот, ты реально вообще ничего не замечаешь, что происходит на этой карте, да, как я понимаю? А что, я ничего не... Я понял, что что-то нажалось. Хорошо, чай. Да, нет. Так, хорошо. Ищи стрелы. А что, а не понял, с машиной что? Хорошо, давай еще раз сделаем. Да, я включу день. Хорошо. Я застрял. Хорошо. Засвечилась ночью, что? Хорошо. А ищи стрелы! Я не понял! Ну ты запомни! А ищи стрелы! Стрелы где-то вот тут, с правой стороны, я тебе сразу дам подсказочку. Где-то они вот тут. Жека, я понимаю, что мы давно троллинг не записывали, но типа... Да блин, я его не понимаю, что ты от меня хочешь? Что ты, я... Жека, ты еще на этой стороне тут не был, ты вот тут не был! Был я тут, был я тут. А, если ты был, хорошо. Хорошо. Морковки тут, морковки. Это лежат. Наказание тебе! Тут, так. Тут морковки лежат. Морковки, так, хорошо. Секретная база. Что ты делаешь? По этим стреляю дебилом. Жека. Нет? Проснись и пой, проснись! Тебе Тинти нужно поджечь! Тинти нужно! Я думал, снайпера нужно скинуть, вот там что-то активируется. Что это такое? Что такое? Я застряла. Подожди, а как мне так нужно выстрелить, так взять, так... ПАУ! Mm-hmm. А чё, не поджигается? Я не знаю. Попробуй ещё раз выстрелить. ПАУ! Да, собирай стрелы. Будем вдвоём стрелять, давай! Хорошо, давай. А ты меня пальнул, дебил! Давай, стреляй! Я теперь застрял. Ну, стреляй. Я не вижу, куда стрелять. Опа! Жека! Так, давай, проходи, давай! Так, как попасть на секретный объект? Как попасть? Так, что-то тут явно должно быть. Нет. Здесь ничего нет. Здесь тоже ничего нет.
Нет, есть. Та-та-та-та-та-та-та. Что это? Как ты это сделал? В смысле? Я случайно. Я ничего не знаю. Я вообще не соображаю, я вообще не в курсе, поэтому давай. Жека, нужно попасть. Ты как-то туда попал, ну расскажи как. Как я туда попал? Не понимаю. Так, подойди, я не понимаю. Подойди вплотную, может посмотреть, может без шифта. Ты что, реально ничего не видишь? Нет, что тут? Вот просто реально ничего не видишь, да? А что тут? Просто... Ну, тут булыжник, да, передо мной. Я не знаю, может у меня фоф или что-то. Подойдёшь вплотную и смотришь в эту дырочку. Да тебя что, за скриншотишь, что ли? Я ничего не вижу. Кровать там! Ты не видишь, что кровать, если потную подойти, вот кровать! Нет, вот. Нет, в смысле, как? Я не знаю, ну как-то вот так вот я и до сих пор не вижу. Вот кровать. Блин, я не знаю. Может, я не знаю. Хорошо, просто чисто эксперимент. Подойди сюда. Видишь кровать? Вот сейчас вижу, да, кровать. Подожди, отойди. А вот сейчас, видишь кровать? Нет. Без шифта. Да не вижу, я не вижу. Так как? Я не понимаю, от мистику, смотри. Видишь кровать? Да, вижу. Сейчас видишь кровать? Нет. Как? Я тебе клянусь, я не вижу. Вот, ты без шифта, просто подходишь, там уголочек небольшой, торчит миллиметр, на который ты можешь нажать, красный и белый. Не вижу, я ничего не вижу. Я тебя не понимаю. Это я скриншот сделал. У меня, когда ты ставишь полублок, у меня все тут просто темнота, вот черные блоки вот здесь. Хорошо, проходи. А, ну, уже день настал, все. Проблемы. Я помню, да, что типа нужно нажать, думал, ты можешь сделаешь, типа. Нет, я ничего делать не буду. Ты не видишь кровать, я на тебя тоже обиделся. Я ж ничем виноват. Виноват ни в чем. Ты как раз таки виноват, давай, проходи. Может, я Player's Mode что-то настроен, я не знаю. Я не знаю. Ладно. А, так, кстати, все... возможно, ага. Так, наверху, да, что есть наверху? Наверху есть блоки. Да. Явно есть блоки. Ага, люк есть. Неужели? Ой, мандрова! Так, жди! Жди меня! Иди сюда. Жди меня. Жди меня, спанпойт уже. Жека, как я слышал, иди сюда, подойди. Подойди. Как я слышал, в этой секретной лаборатории работает ученый, который разрабатывает эту сыворотку бессонницы, понимаешь? Ну все, я его убью и заберу у него. Не надо его убивать, просто нужно узнать секрет. Я просто отожму у него. Да. Ой, мам дорогая, мам дорогая. Ты что делаешь? Ты как это делаешь? Так, ага. Опа! Такой, опа, все, изи. Нет? Так, хорошо. Так, да, ага, проходите. Проходите, месье Евгений, проходите, мы вас уже заждались. Проходите на сцену. Хорошо. Поаплодируем мистеру Евгению. Спасибо. Мы вас уже ждем 4 сутки и спать дико хотим. Давайте рассказывайте, как вы пришли к этому всему, как вы нашли эту сыворотку? Ну, короче, смотри. Ну ты расскажи, как ты сделал эту сыворотку? Какую нафиг сыворотку? Ты мне сказал, что сыворотку сделал какой-то ученый. Я сюда пришел, чтобы найти этого ученого. Я что, в чем виноват? 2+2 рыба. Евгений, так вы же ученый. Ваш Нобелевская премия есть. Не, мне, конечно, очень приятно, что ты меня называешь ученым. Я вот знаю, что тут человечек нарисован. Вот, но... Дебил! Ты полжизни в лаборатории! Ты ученый! Я понимаю, что у тебя иногда амнезия, но ты ученый! Я амнезия? Да, у тебя амнезия. Так, хорошо, тут раскрываются какие-то странные подробности. То есть я ученый, который сделал сыворотку. Да. И пришел сюда презентовать нам вот эту сыворотку и получить еще одну Нобелевскую премию. А вы опять забыли, Евгений? У вас опять амнезия случилась, да? Эйсон, я хотел тебе сказать кое-что очень важное, что 2х равно вопрос. Да нам без разницы, сыворотку покажите, расскажите! Подожди, я тебе сейчас рассказываю о формуле просто бесконечности. Ты понимаешь? Ну. 2х равно вопрос. Ну. А что такое вопрос? Это сыворотка, покажи нам сыворотку. Жека, я спать дико хочу. Дай мне сыворотку, чтобы я не засыпал. Дай мне. Сегодня просто очень холодно. Холодно. Какие, мать его, холодно. Поэтому у меня немножко потряхивает. Какие потряхивает? Поэтому 2х равно вопрос. Я понимаю, что вы безумный ученый. Дай сыворотку, пожалуйста, я хочу спать. Рыба. Какая рыба? Короче, Жек. В жопу,
подойди ко мне в комнату, пожалуйста, а то мне нужна сыворотка. Подойди, пожалуйста, в комнату. Ой, без проблем, Эдисон. Ну, чёрт! Так, подай, пожалуйста, вот там. Там стоит кружечка. Ну, подай, пожалуйста, сыворотку. Кофе, пожалуйста. Сыворотку? Кофе. Кофе, спасибо. Ну и? Чё? Ну, чё я пришёл-то? Ну, спасибо. Ну, я там кофе забыл, а мне лень было вставать, просто его брать. Вот, поэтому я троллинг построил, что ты мне кофе принёс. Проще троллинг построить, чем кофе, понимаешь, блядь? Ну я, короче, много не спал, спасибо за кофе. Ты меня разбудил. 8 утра. Да Белойд. Чтобы я тебе принес кофе. Ну мне лень было, понимаешь, ты его делать себе. Да иди ты срать, нет, ну серьезно. Ты меня разбудил, чтобы я тебе сраную кружку принес. Все, иди сиди. Ай, ой, 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 а чё с людьми бессонница делает? В общем, всё, Жек, ну я ж пошутил, мать твою. Да ты в скайпе гори. А, да, странненький у нас троллинг получился. Но мне реально, я сделал себе кофе пару часиков назад и забыл там. Мне лень было его. А, ладно, зато хотя бы серия новая на канале троллинга вышла. Ребята, короче, ставьте лайки, я буду рад, если вы поставите лайки. Я пошел спать, потому что я всю ночь не спал. А надо спать, спите крепко, спите хорошо. И сладких вам снов посередине дня. Ставьте лайки. Если вы хотите новую серию троллинга, то я обещаю то, что я его выпущу. Вот такую я буду же троллить параллельно в реальной жизни, а не только в Майнкрафте. Поэтому, ребят, ставьте лайкусики, 15 тысяч лайков, сразу же выходит новая серия. Обязательно подписывайтесь на канал. А я пошел дрыхнуть, потому что я умираю. Еще раз, всем спасибо. Всем удачи и всем пока. До свидания. Арбузы, арбузы.